All eyes on me. Live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player. All eyes on me. Live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player. It's even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player. It's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down. Now it's time to floss my shit. Keep your head. Всех приветствую на канале Галери Табака. Меня зовут Тимур, мой братишка Артур. Что хочу сказать. Во-первых, мы давно не выходили на канал. Было очень много дел. Открываем магазины. Более того, скажу, весна незаметно пришла. Много было дел по хозяйству, в других отраслях. Ну и, естественно, тут такой выпуск интересный получается. Мы курим Deus Dark Side и Dark Side Deus. Предсё мы увидели уже, вкусы топовые, у меня вот печенье курабье, у Артура вискарик с яблочком. Вот. Ну и причина того, почему мы еще не снимали все это, мы решили увеличить качество для вас и закупили оборудование для съемок. То есть теперь можете смотреть хоть, я не знаю, в космосе, хоть на экране, там 500 метров, мы идеально будем смотреться. Вот. Теперь ролики будут чаще. Весна пришла, табачков много. Следующий выпуск мы отснимем, конечно же, топ новинки, наверное, первого квартала. Ну а так, что мы погнали, я прокуриваю Deus Dark Side, печенье курабье, как сказал. Вот кто пробовал курабье, а мы все, жители России, пробовали это песочное вкусное печенье. Вот этот человек его очень сильно любил и мешками поедал, когда был маленький. Ну и я тоже люблю. И, наверное, этот вкус ему больше понравится, так как он сладкоежка. Виски он не очень любит пить, поэтому я буду пробовать виски. Ну и давай, наверное, ты поделишься про Dark Side. На мой взгляд, это классические виски Jim Beam производства с ноткой яблочной. На трех угольках, хорошо, мы разогрели на четырех угольках на чаше Хука Джон толстостенной. Курим на трех, потрясающе, классно. Вообще нет нареканий по вкусу. В этом плане коллаборации, которая 1 апреля вот случилась, все думали, что это шутка. Но, как казалось, это не шутка. Это лимитный вкус у Deus и Dark Side. Просто, на мой взгляд, Dark Side сделал классный вкус. Ну, давай меняться. Да, может, тут не попробую. Надевай, а то будешь ширкать. И вообще, не надо. Тут все здоровые. Чуть-чуть юмор. Я пробую виски. И я смотрю, Jim Beam бутылка с яблочком, она тоже зеленая. Кальянчик у нас тоже зеленый. Я не сказал, у нас тут турка. Кстати, в последнее время я на турке особо не курю. Курю только на фанале. И последние, наверное, месяца три я курю только бончи. И уже других табаков рядом не вижу. И, наверное, для меня лучше ничего не будет. Но иногда эту попсу тоже можно покурить. Давайте попробуем. Блин, как за руль садится, я опьянел. Я этот вискарь не пил особо. Но прикольно, прикольно. Я вот тоже покурил. Интересно очень, понравится, я думаю, всем. Любителям алкогольных вкусов, они сейчас набирают большую тенденцию и внимание. Себя все алкогольные вкусы забирают. Хороший вкус, однозначно стоит его покурить соло, естественно, для миксов хорошая история с какими-нибудь фруктиками, как вариант. Мне нравится курабье очень сильно, я люблю десертку и классное печенье, похожее на вкус Dark Side Deep Blue Sea, с этой песочностью и сладостью. Какой-то джем здесь есть, не могу сказать, что это. Возможно, малиновый, возможно, клубничный. Малин, скорее всего, кислинка. Курабье всегда была посередине. Но. Во всяком случае, это действительно будет очень вкусно куриться, и я думаю, что данные два вкуса однозначно будут в категории А продаж. Ну, ты смотри, розницы. Даже предположим, если у Dark Side был бы чисто вкус вискарь, как у Бончи, можно было бы его чуть-чуть сюда накропалить в курабье, и прикольно получилось бы. Ну да, сливочно-алкогольный вкус. Вот, а сюда можно было бы добавить, наверное, Кровавой Мэри, это было бы жестко. Но ее и нет уже, да. К сожалению. Ну, что бы я туда добавил? Что бы ты туда добавил?
к вискарю. Да. Ну, фрукты какие-нибудь, ну, смотри, тропические. Смотри, у нас тут уже яблоко есть, кислое, чувствуешь. Да, мы можем сюда добавить немного вишни. Вишни можно, да. Как они, черри называется у них, да? Классическое сочетание. Кока-кола. Да? Кока-кола с вискарем, как бы классический, самый популярный коктейль в российских барах. Да, кстати. Клубах. Только без супер-кола. Тот же Dark Side Cola взял, добавил Dark Side Deus, и получился классный микс. Но сюда можно холодка добавить, какого-нибудь там холодок. От Масхева что-нибудь, от Чабаки есть бустеры. Суперновый, возможно, немножечко. Да, если брать вот, чисто, кстати, кола будет прикольно, если вы там не употребляете алкоголь, а покурить его прикольно будет. В общем, что могу сказать? Вкус хороший, но вот это мне больше нравится. Наверное, то, что Deus, она более... Тут элитное сырье, наверное, да? Я бы не сказал, просто отдельное производство. Deus, да, на отдельном заводе варится. То есть по экономике у нас пачка Darkside сколько RRC? 265. Это, по-моему, 200 Deus. Это, да? 185, но мы должны понимать, здесь 30 грамм, здесь 20 грамм. Да, то есть тут одна забивка выкинул, тут можно на две поделить, если в миксах. Но, как правило, люди забивают стандартно 20-25 грамм, и 5 грамм у тебя ни туда, ни сюда, и рано или поздно ты это просто выкидываешь. Ну, мало кто. Но так. Если миксы DS-ки, то на две забивки вполне хватит. А это как бы одна, потому что десертка, она пойдет как бы за основу, поэтому Deus, я выбираю Deus, мне нравится в последнее время этот табак, особенно Кашмир Черри мне, как Кашмир, или Пауло Санто, да? Пауло Санто, да, очень. Лимиточка тоже есть у нас еще в маркетах, последние партии брали еще на выставке, осталось чуть-чуть, забегаем к нам, наши маркеты, кстати, скоро мы обновим количество маркетов, у нас будет уже их целых два. За информацией можете следить в Инстаграме, в Телеграме, в нашем канале, подписываться, следить за новостями, за всеми новинками индустрии и вейп-индустрии, конечно же, никак без нее, ну и, конечно же, кальяны, на которые мы делаем всегда упор. Мы здесь не курим отнарастки ни в коем случае, мы и сами не курим отнарастки, только кальян, только хардкор. В целом, прокур хороший получился, вкусы довольно-таки яркие, попадание во вкус тоже стопроцентное. Ну, Dark Side – это топ, поэтому я считаю, то, что каждый из нас должен это попробовать. Так Dark Side или Deus? Ну, это же одно и то же, грубо говоря. Нет. В принципе. Нет. Ну, не одно и то же. Почему? Ну, Deus – создатель продукта Антон Гайворонский. А Dark Side? Его пакет продуктов – это Hype и Smoke Angels. Dark Side – у них в пакете Dark Side продукция Dark Side, Mad Pier, Starline, ну, Сарма. В общем, собака. Они хорошо коллаборируют друг с другом. Поэтому... Ну, я думаю, тут контракты есть, да. Да, тут топы. Поэтому даже на выставках всегда Dark Side и Deus, они всегда рядышком находятся. И Smoke Angels, если посмотреть Но по картам. Deus относительно недавно появился. Ну, да. В июле прошлого года на выставку, когда я летал, продукт был анонсирован. И сейчас вот 1 апреля они выпустили два вкуса. Я думаю, что коллаборация однозначно, да, получилось. Классная. Однозначно рекомендуем курить. Ну а все это будете приобретать, конечно же, вы в наших маркетах. На этом, я думаю, мы закончим. Ну и делитесь своими мнениями об этом табаке. Все табаки будут указаны под видео. Всем желаем удачи. С вами был Галерея Табака, Тимур Артур. Пока.